Приветствую вас, вы знаете, ну вообще у вас как-то вот немножко такой сдвоенный получился вопрос, точнее тот вопрос, который в заголовке по ходу текста кажется уже неактуальным, а по ходу текста вы задаете другой вопрос. Вот. Смотрите. Значит, первое, по поводу нет, это личные границы. Вообще, я бы сказал, что здесь вы не уверены в себе, вот, и, ну, собственно говоря, либо вы себя как-то обесцениваете, вот, либо вы чего-то боитесь, поэтому не говорите нет. Вот, либо у вас есть достаточно подавленные чувства сильные, например, агрессия. Я когда ваш текст читал, у меня возникло ощущение, вот такое, ну, что у вас есть такая, знаете, подавленная, ну, может быть, даже такая скрытая агрессия. Вот. Ну, вероятно, не к мужчине конкретному, который взял у вас номер телефона, а, ну, вообще, вот, к людям, некоторым определенным. Вот. Поэтому нет, это работа с личными границами, это четкое отделение себя от другого и замечание своего «хочу, не хочу». Вот. Ну, там еще есть несколько нюансов, а также овладение навыками такого, знаете, неконфликтного общения, если мы говорим про нет. Дальше. Вы почему-то начинаете сразу про возраст свой, что вам 22, и что у вас есть партнер. Интимный партнер, в скобочках выстраиваю, поясняете, что это только приятные отношения. Вот что-то мне кажется, что здесь вы куда больше контекст вкладываете. Потому что у меня возникло ощущение, что вы обрадуете. Я, правда, не понял, за что вы, хозяйка своей жизни, делаете абсолютно что хотите, как и хотите, и с кем хотите, но вот почему-то здесь вы оправдываете. Вот. Так что здесь мы имеем дело со стыдом, да? Значит, почему вы даете свой номер телефона? То есть, что вы чувствуете, когда даете номер телефона? В конце концов, ничего, ну, можете дать свой номер телефона, прям просто, типа сказать, извини, там, я занят или что-то еще, и все. То есть, как бы, насколько это для вас критично. То есть, понимаете, если вы рассматриваете действие не дать номер телефона как нет, это немножко не так. Вы можете дать номер телефона, все равно будет нет. Дальше. Так, как минимум, потому что это тем не безопасно, будет никому не комфортно. А вот здесь я бы сказал, что у вас тревога есть. Тревога по задаче себя вести. То есть такое ощущение, что вы не чувствуете себя в безопасности. Почему? Потому что не можете положиться на себя. Вот. Дальше. Так, это банально страшно. Ну, пойти на встречу с незнакомым человеком. А почему вам страшно? Ну, то есть, люди же как-то на первое свидание ходят. Нет, я не говорю вам ходить. Понимаете, я хочу быть правильно понятым. Вы не обязаны ходить куда-то и с кем-то, если вы не хотите. Но то, что вы видите в этом угрозу, и угрозу, судя по всему, довольно большую,
Это, мне кажется, ваша особенность, потому что совершенно не факт, что человек вам причинит какой-то вред. Вообще, если бы хотели причинить вред, вы вряд ли бы спрашивали телефон. Вот. Ну, объективно, да? Понятно, что есть вероятность, что сперва спросить телефон, потом там что-то все, но это куда, это процент этого очень маленький. Дальше. Сегодня ко мне подошел мужчина, еще случайно поговорил, тоже вы в этом районе. Нет, ничего случайного. А вы выдаете классическое поведение жертвы. То есть такое ощущение, что вы вот, хотите проблем. Хотите себя наказать. Ну, поиск проблем — это желание себя наказать. Пишет, да, странные для меня вопросы, где я родила. Если мне дети, подскажите, как свести с ним коммуникацию на нет, чтобы это не вызвало агрессию. Мы живем в одном районе. Почему вы так боитесь агрессии? Это как бы, ну... Почему вы решили, что мужчина обязательно будет агрессировать? Но вообще... Значит, просто не отвечать ему, не отвечать ему. Как слышу, у меня сейчас очень напряженное там... как бы время, вот, я буду, не буду, ну, буду очень нерегулярно тебе отвечать, извини, пожалуйста, все. Сейчас будет глупо писать, что у меня есть мужчина, я уже дала свой номер, ну, почему глупо, опять же. То есть, кто сказал, что глупо? У вас есть мужчина, и вы ему сказали, ну, я дала номер, просто с тобой пообщаться, вы же с ним приятели. То есть есть ощущение, что вы как-то вот не в ладах со своими чувствами. Да, то есть непонятно, что вы хотите, что вы не хотите, где вы, а где не вы, почему это глупо, хотя вам этого хочется, может быть. Тут как бы нужно разбираться. Надеюсь, после этого случая не буду так делать, но мне очень неприятно и страшно. Нет, будете делать именно потому, что вам неприятно и страшно. Вот, то есть, это парадокс, на первый взгляд, но работает это, как правило, именно так. То есть, то, что у вас это вызывает сильную, достаточную эмоцию, да, ну, если у вас это вызывает достаточно сильные эмоции, то... Вы будете делать это еще, потому что как бы вам неприятно не было, но в этот момент вы живете, сейчас вы живете. Да, конечно, вы можете сказать, что ну что это за жизнь, да, и вообще, как бы я не хочу так жить. Вот это ужасно так жить. Вот. С вами, как бы, я согласен, но, видимо, по-другому вы жить не умеете, вот. Потому что, я повторюсь, вы не случайно проговорились насчет того, где вы живете. Это не бывает случайно. Это целенаправленное действие по достижению определенного состояния. И про агрессию вы тоже говорите, на мой взгляд, не случайно. Ну, на мой взгляд. Вы говорите не случайно про агрессию, потому что у вас, вот, ну, в вашем опыте, видимо, была агрессия, вот, в вашем опыте она была, и вы эту агрессию, видимо, вы ее обращаете, вот, как-то на себя. Вот, ну, то есть считаю, что вы заслуживаете. Хотя, на самом деле, конечно, это не так.
Вот. Повторюсь, это сейчас больше, ну, в большей степени моя догадка, это все в большей степени моя гипотеза. Не нужно думать, что я здесь претендую на истину. Вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, все вообще не так. Вот, но то, что вы вот говорите об этом, да, то, что вы пишете об этом, и то, что у вас это, видимо, не в первый раз происходит, то, что вы довольно много говорите про агрессию, про страх и про вину, ну, вот, свидетельствует о вот этих вот моментах. Поэтому я бы рекомендовал вам, ну, для начала просто вообще, вот, задаться таким вопросом, да, как бы, вопрос, ну, такой вопрос, примерно, да, вот, где я, да, ну, условно говоря, где я, а где, ну, вот, там, другой человек, да. Вот. Как я могу выразить, там, ну, условно говоря, свое, там, допустим, ну, свое недовольство или несогласие с чем-нибудь. Вот. То есть, почему я думаю, что, ну, это будет агрессивно? То есть, может быть, у меня есть какие-то основания так думать. Вот. А как я, как я, ну, как я скажу, что, как я выражу свои чувства, как я выражу свое нежелание, например, давать телефон или там, как я выражу свою потребность обозначить границы, вот, как я это делаю обычно. Ведь, может быть, у меня как раз-таки есть опыт такого выражения, который, да, порождал агрессию, безусловно, но так это в какой-то степени зависит и от того, как вы выражаете. Потому что некоторые способы только выражают агрессию. Еще очень важно, что вы вкладываете в, ну, вот, в обозначение своих личных границ. Да? Потому что если можно вкладывать разное, можно вкладывать сожаление, можно вкладывать там надежду, можно вкладывать злость. И вопрос, если вы, там, допустим, свои границы привыкли выражать через злость, вот, то, ну, ничего удивительного нет в том, что, ну, что на это могут реагировать агрессивно, потому что, ну, на злость, как правило, так всегда и реагируют, вот. К сожалению, ну, к сожалению, вот. Поэтому тут как бы, вот, а если реагировать немножко там по-другому, да, вот, если вкладывать немножко другие чувства, то, ну, посыл нести человеку другой, ну, вот, то, соответственно, это очень важно. То есть вот, ну, пока что я вижу вот такой в целом момент. Да, пока что я вижу такую, ну, ситуацию, пока что, на мой взгляд. Вот. И я думаю, что так можно ответить. То есть у вас довольно такой
запрос на глубокую, довольно глубокий запрос, но как бы, ну, такой, поверхностная такая форма. То есть, ну, во-первых, как бы, как так вот получается, да, как так получается, что вы, например, считаете, да, ну, вы например, считаете, да, вы думаете, вот, что есть какой-то, условно говоря, ну, универсальный вообще способ, отстаивать личные границы. То есть, почему вы так считаете? То есть, что на это указывает? На мой взгляд, указывает человек свой способ личной границы. Он, ну, выражать, выставлять и так далее. Вот. И это абсолютная норма. И у вас есть свой способ это делать. Вот. Как у вас есть принцип, свой же способ, да, например, у вас есть свой способ, свести общение на нет. Сейчас, сейчас, кто бы вам что не сказал, не сказал, как бы вам мы не посоветовали это делать, у вас могут возникнуть вопросы, да? А мне это не подходит, это не совсем, не совсем для меня и так далее. И вот, и, ну, в принципе, вы будете правы. Это моя задача — найти ваш способ. Вот. Такой, чтобы вам было хорошо. Вот. Чтобы он был, ну, в рамках ваших ценностей. Вот. Чтобы не было такого, что, ну, что вы, ну, говорите, да, отвечаете, там, человеку условно, вот, и недовольны при этом, ну, например, недовольны при этом, допустим, вот, то есть, чтобы такого не было. Вот. Поэтому это, мне кажется, важно. А уникального способа какого-то нет. Вам нужен свой способ, вот, ну, свой собственный способ, как бы, увидеть, найти, да? Вот. Тогда будет гораздо лучше. Как легко и свободно вы себя почувствуете, если найдете его. Вы себе не представляете, ну, возможно, даже вы себе не представляете, потому что настолько вам будет хорошо. Вот такой, соответственно, вопрос, такой вопрос я хочу поднять здесь. Что возможно, проблематика кроется в вашей общей такой тревожности, возможно. И, возможно, вам на это стоит обратить свое внимание в первую очередь. Вот.
А уже во вторую очередь и в третью, да? Вот, ну, на все остальное. Вот. Поэтому ответ мой будет вам такой, соответственно, я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вы для себя какую-то пользу из моего ответа обязательно извлечете, я надеюсь, что вы для себя что-то вот ну, такое интересное, да, вот, поймете, увидите, откроете. И я буду надеяться на ваш отклик по моему ответу. Вот. И, соответственно, ну, с обратной связью. Вот. Буду надеяться. Всего вам доброго и удачи.